Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодняшний сюжет посвящен кормосмесителям, в частности, его рабочему органу – ленте в виде шнек. Сейчас представлена спираль для горизонтального смесителя комбикорма, которая на самом деле представляет собой две спирали разного диаметра, вращающиеся в противоположных направлениях. Это позволяет за 3-5 минут получать качественно перемешанное сырье с однородностью не менее 95%. При этом в процессе смешивания смесь не разделяется по фракциям, а изготавливать ее можно из сыпучих, влажных, жидких компонентов. Устройство можно комплектовать форсунками для смачивания корма. Посмотрим небольшой отрезок работ по ее изготовлению, где сотрудники сваривают детали. Также вас ждет демонстрация работы устройства. В качестве сырья мы возьмем зерно. Такая лента в виде шнека предназначена для кормосмесителя объемом 200 литров. Привод в нем будет осуществляться через мотор-редуктор на 1,5 кВт для сети 380 вольт. Благодарю за просмотр и предлагаю подписаться на канал. Мы еженедельно выпускаем несколько новых роликов, поэтому здесь есть всегда что-то новенькое. Ознакомиться с продукцией также можно на сайтах компании. Ссылки уже в описании. До свидания и до скорых встреч!